Всем привет! Сегодня мы с вами будем шить кофточку для куклы Блайз. У меня получилась вот такая выкройка. Ее, как всегда, можно будет скачать по ссылке в описании в нашей группе ВКонтакте. Я буду шить кофточку вот из такой ткани. Она черного цвета, это хлопок. И еще нужно подобрать нитки под цвет ткани. Но у меня нет черных ниток, поэтому я буду использовать темно-коричневые. Переводим выкройку на ткань. Должно получиться две такие детальки зеркально и две такие детальки зеркально. Я перевожу с помощью белого карандаша. Вырезаем, оставляя небольшой запас. Получаются вот такие детальки. Теперь берем две вот эти детали, это задняя часть, складываем их лицом к лицу и сшиваем вот по этой линии. Вот так получается. Обрезаем здесь припуски при помощи ножниц зигзаг. Теперь берем две передние детальки и складываем лицом к лицу с задней. И сшиваем вот здесь и вот здесь. Должно получиться вот так. Обрезаем здесь лишнюю ткань. И расправляем припуски на две стороны. Лучше всего их заутюжить. Теперь подворачиваем весь вот этот краешек. И подклеиваем при помощи клея-карандаша. На скруглениях нужно сделать небольшие надрезы. И точно так же подворачиваем вот здесь на рукавах. И вот этот нижний край. Теперь берем какую-то светлую контрастную нитку. Белую, голубую, розовую. Или я, например, возьму вот такую золотую, потому что я делаю эту кофточку для Мирабель, и ей подойдет золотой к ее векам. Это вот такая металлизированная нить золотого цвета фирмы Гамма. И теперь прокладываем строчку вот здесь, на рукавах и снизу. Вот так, сначала в одну сторону стежками, и потом в другую. Вот так получается. Теперь складываем вот так, и сшиваем вот по этим линиям. Вот так.
Теперь аккуратно обрезаем лишние припуски и заглаживаем их на две стороны. Теперь выворачиваем и можно примерить. Для того, чтобы примерить такую кофточку, нам нужно снять руки. Вот такая кофточка получается. Также можно сделать ее подлиннее. И еще, как вариант, можно сделать такую кофточку с подкладкой. Это та же самая выкройка, только одной деталью. Напоминает крылья летучей мыши. Я возьму такую же черную ткань, а в качестве дополнительной ткани вот такую коричневую в клеточку. Вырезаем две вот такие детали, складываем их лицом к лицу. И сшиваем вот по этой линии и на рукавах. Скрепляем булавочками, чтобы ничего не сместилось. Вот так. Теперь обрезаем здесь лишнюю ткань. Теперь выворачиваем. И теперь складываем вот так и сшиваем вот по этому шву только коричневую ткань. И с этой стороны также. А затем черную ткань. Теперь сшиваем по нижней линии черную ткань с коричневой, но не до конца. Сшиваем здесь немножко. И здесь немножко, а здесь оставляем отверстие, через которое будем выворачивать. Теперь выворачиваем. И вот такая кофточка в итоге получилась. По-моему, вышло очень здорово. Эта кофточка очень хорошо смотрится на Мирабель. Если вам тоже понравилось, то скорее ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр и пока!